собак нет понятия инвалид. Они не знают, что с ними что-то не так. И обычно, когда животных усыпляют, это людям не собак жалко, это людям себя жалко. Потому что они не могут смотреть на собачку, потому что они боятся, что не справятся. Они должны каждый день встречаться со своими страхами. Конечно, мы не можем пока уехать за границу, вот, потому что Милка по габаритам не проходит самолет. Но мы ездим на поезде, то есть Питер, Москва, и всячески там гуляем, делаем какие-то фотосессии, и, соответственно, потом показываем, что собака-инвалид – это не просто, ну окей, сносно, можно вроде как бы жить, а это прям полноценная собака, которая может путешествовать со своим хозяином, и от этого нет дискомфорта ни окружающим, ни самому владельцу.